dvhub.ru. Один, получается, днем я постиралась, убралась, я пошла в дом собираться в больницу, дети оставались дома, и чувствую, что мигает свет, выхожу, у меня летняя кухня уже полыхает. Ну, я недолго думая детей взяла и выбежала на улицу с детьми, кто-то вызвал пожарных. У нас в летней кухне вода, и потому что и как бы не смогли бы. В доме воды нету, у нас только вот там оттуда с летней кухни. Соседи пытались потушить через шланг, но там напор маленький был. Знаю, но мы долго ждали. Я даже не считала, я, в принципе-то, и не помню, сколько прошло времени. Но долго. По нашим, вот и соседи говорят, что очень долго ехала пожарная. Хотя пожарная говорит, что за 6 минут доехали. Детей успела вывести. И единственное, что соседу сказала, у меня в гараже баллон с газом был. Или пустой баллон, или полный, я уже не помню. Вот он, я ключи быстро схватила в доме, вынесла ключи, он вынес баллон с газом, и все. Много чего. Вот морозильная камера полностью сгорела, холодильник, мультиварка, микроволновая печь сгорела, чудо-печка маленькая, чайник, кухонный гарнитур новый. Ну, мы только ремонт везде сделали, получается, везде. Паласы сгорели новые. Ну, так вот, мебель не обгорела, а вот этой гарью, вот это все. Два велика стояло, коляска стояла, музыкальный центр, там диван тоже стоял, двухспальная кровать, холодильник стоял, насосная станция стояла. Вы так хорошие. Мама говорила, поздравляю, я Альбину позвал, и мы все, ну, выбежали. Я просто, получается, забегаю, кричу, пожар, все, блин, выбегайте все, все, главное, дети. Блин. Я уже ни о чем не думала, только детей спасти, чтобы не сгорели. Я собиралась в больницу ехать, а если бы минут 10 я ушла, они у меня в дальней комнате обычно с ребенком сидит, дочка плазму смотрит, и все, они бы не почувствовали, они бы сгорели у меня. Быстрее приехали, может быть, и до дома не дошло, ну, сгорело бы от силы до гаража бы дошло, и все. Оно, получается, перекинулось вот так вот и пошло все гореть. Ну, где-то, да, где-то так, потому что долго. Муж уже успел, ему сообщили уже на работу, сообщили. Он успел приехать, пожарных еще не было. А со второго-то сюда 5 минут ехать. В улицах это пришли сюда, все стояли, все вызывали повторно. Сосед вот напротив, он повторно вызывал. Мы, говорит, уже выехали. Говорит, где выехали, если уже дом горит? Ну, он потом рассказывал мне, я не знаю, кому там рассказывал, вот, повторно вызывал их. Получается, 3 машины, и 4-я привозила им еще воду, получается. 3 машины было, или 4, не знаю даже. Ну, вроде что-то тушили, но не хватило, видно, воды. Потому что я знаю, что машины стояло много, да, этим? Угу. Машин много стояло. Да, я так, как бы, я не знаю, может, кто-то по строительству, там, материалы какие-то или что-то. Вещи нам, как бы, уже отдают люди, вещами помогают, такое вот, чтобы помочь нам восстановить дом до зимы. Нам на зиму нельзя бросать дом, у нас отопление трубное, трубы проведены везде. Если мы бросим на зиму, то трубы полопаются, еще больше средств надо будет, чтобы восстановить это все. По телефону 8-924-647-8406. Это мой телефон, номер телефона. dvhub.ru